Так, ну все, го тогда. Да, поехали. Ну вот единственный плюс, смотрю, что лобби бесплатное хотя бы стало. А, ну, кстати, да, в Содиже нельзя было создавать карты. Точно. Так, нужно только эту именно аренку изучить, потому что именно эту аренку я не играл, по-моему. Или да. Играл я эту аренку, по-моему? Не, наверное, не играл. Ну, тут особо-то и изучать нечего, по сути. Тут просто посмотрел, какие заклинания есть, собрал все, что увидел, и все. Блин, а я думаю, что у меня герой не ходит. Я привык к одновременному ходу. А тут потом думаю, да что такое, щелкаю, а герой не ходит. А потом смотрю, тут это, типа, твой ход идет, думаю. А, понял. А вот эти юниты справа стоят, их можно брать или как? Да, они все присоединятся к тебе. Ты будешь выбирать, кого ты оставишь, кого выкинешь. Ну, больше 7 ты стеков не соберешь в любом случае. То есть я могу типа всех присоединять, которые вот сейчас там стоят? Ну да, да, всех. Или одну линию только? Не, абсолютно всех. А, то есть может там армия быть из Т7, грубо говоря, у тебя? Ну да, только тут 3 юнита всего. 7 уровня. А, первый, второй, третий уровень стоит. Все, понял, да, смотрю. Ну, единственное, тебе может повезти с двух этих. Рефьюг что-нибудь вытащишь. А, еще рефьюг. А, вон, да, рефьюги вверху, точно. Блин, тут да, тут подрасширили, чем обычная аренка. Коробка до 10 уровня, да, поднимает? До 13. А, даже 13. Сейчас можно пару экспертных навыков даже сделать. Ну да. А замок для чего стоит? Заклы, да, возьмешь оттуда. Угу. Ну, ГМ неплохой у меня. Главное, чтобы герой меня оставил. Ну, сейчас нужны стихии, так скажем. А ГМ хороший. Ну, хоть один плюс. Кальт вот хорошо бы было бы на классической карте. Ну да. Вот. С эксперт-логой. А, кстати, в ходе, по-моему, она без эксперт-логи стартует. То ли продвинутая лога, то ли что-то еще. Не помню. Вот. Но, по-моему, переделанный. Она или он, я не знаю. Рыба это. Ну, кальт вроде он. Ну да, если по склонению, то он. Наверное, склонение по полу. Блин, а как сделать, чтобы я твой стрим не смотрел, но чат себя ставил? А то как-то получается, что я сижу и смотрю твой стрим, блин. Оно как-то неправильно, что ли, знать наперед, что у тебя. Ну да. Блин. И вот, ладно, бог с ним, тогда если что, там будут, скажут, тогда я убрал, короче, вообще стрим. Да неважно, что? Тут мы же все равно фанимся, то есть это такое. Не, я понимаю, но все равно это как бы имея преимущество какое-то. Зная, например, твои заклинания, возможно, надеть какую-то там антиперс или что-то еще. Ну да, да, вот можно. Кива. Не, ну у тебя герой хороший. Специальность у него хорошая. Ну да, ну по юнитам у меня, конечно, такое себе будет. А стартовый вот у тебя юнит тоже птичка рух? Да, да, а у всех. Угу. Хороший, кстати, юнит. На ауткасте любит, вот когда играю через циту. Постоянно играю через руку. Ну, и быстрый, и довольно плотный юнит. Я, кстати, когда я обычно раньше играл через циту, практически через рух никогда не играл. Ну, то есть на старте руки нужны были, да, там. Их можно в первый день поставить, грубо говоря, и начинать что-то брать, какие-то объекты. Вот. Но
именно впоследствии, в основном всегда в мишек выходил, потому что мишки тоже можно поставить быстро и легко. Вот. А вот когда играешь на ауткасте, я пробовал, там как-то это... Упор лет птичек. Может, потому что 8 нычек на респе в генераторе стоит, я не знаю. Ну, да. Очень много путает. Так, ну вроде все. Единственное, тут надо очень много на плюс морали, смотрю, предметов. Да. Потому что армия слишком разнообразная получается. Ну, если навык лидерства есть, его бы желательно купить. Ну да. Так. Блин, у меня в университете лого, который у меня и так есть. Ладно. Что мне нужно? Наверное, это нужно, я думаю. Чтобы раз. Так, ладно. И вот это, наверное, нужно. Блин, если я это возьму, то я магию могу какую-нибудь не запнуть. Прекрасно. Блин, вот в коте можно отказаться от магии. Ну здесь трэш-мод надо подключать. Я лучше бы не заходил в эти хижины. Ладно, с боксом все равно фан играем. Я в хижинах словил основную навигацию и основной поиск пути из трех хижин. Третья не буду говорить, что третья хоть немного полезная была. Ну, ты понимаешь, какие навыки еще. Ну да. Блин, лучше бы не заходил, честно. Теперь как магия-то эксперт. Так, ну это берем. Продвинутая навигация. Или основная баллистика. Будем плавать, значит. Так, а мудрость... Блин, мудрость тут нужна. Мне же надо в ГМ сходить. О, разведка. Ой, магия воды. Я ее не заэксперчил. Да. Дипломатия. Но зато я эксперт по навигации. Хорош. Ну и по дипле заодно тогда уж. Ой, блин, смех смехом. Так. И что получается, и что мне делать теперь с навыками? А, ну слушай. Слушай, ну вот это неплохо получается. Блин, ну хоть чуть полезного есть. Так, это, наверное, мне не нужно. Так. А сколько это бьет? Ну, у меня хотя бы ГМ, скажем, подходящий. Ну да, в отличие от меня. Так, теперь по юнитам, да? Чё мне? Так, вот подумай, что мне какие вообще юниты нужны? Надо попытаться, чтобы меньше было замков по количеству, чтобы хотя бы пару юнитов входило в раунде. Так. Ну, у меня плюс две морали сейчас. А, ну это я собрал. Так, ну ладно, это берем. За крестьян тут никаких приколов нету? Типа там обменяй крестьян на какое-то количество. Да, есть, конечно. Чем больше соберешь крестьян, тем круче теоретически. Не, просто в одной из аренок есть, короче, там собираешь... Двоих христиан и можно обменять на лазурик или что-нибудь такое. Хорош. Поэтому я спрашиваю, может, что-то спрятано здесь, я не вижу. Да, но в грифёбах мне не повезло. Так, надо удалять. Теперь надо удалять. Руку. Придется птичку убрать. Нет. А что у нас, Никр есть еще? Блин, тут стало очень много юнитов, надо теперь очень долго думать, смотреть, кого оставить. Ну, нейтралов тоже убираем. Так, вот это берем по-любому. Это нужно. Это
Так, это тоже радость. Ладно. Это, наверное, минус. Блин, слишком разная армия. Да, у меня та же фигня. Просто пытаюсь, чтобы армия была хотя бы из двух-трех, ну, трех максимум замков сделать. Так. Так, ну это по-любому да. Это точно минус. Это... Это минус или нет? Нет, а кто был? Да, это минус. Минус. Все, в принципе, я сейчас, наверное, еще расстановку осталось сделать. Так, угадать бы, как ты расставился. У меня все в линию. Я понял. Так. И, наверное, сделаем... Я готов, куча будет. Блин, мне не хватило шага до тебя. Тогда ты расставляйся. Специально, знаешь, вниз убежал. Чтобы я не дошел до тебя. Ну да. Ты, кстати, мог выбрать, на какой клетке тебе лучше сражаться. А, тут еще земли. Блин, точно. Ну, вот я только сейчас на родную... Тебе нежить, на беда. Родную... А я тебе на родную землю встал под ТСИ 7 юнитов. Ну да. Сейчас посмотрим, что там по преградам на этой клетке. Что-то вообще внимания на землю не обратил. Ладно. Ничего. Сейчас, подожди, я подучусь. А, у тебя ж тактика. У меня статы хорошие. Ну вот. Я что, по магии опережаю? Ну, блин, по магии, правда, как сказать, опережаю. На две магии. Ну да. Ну а тут, тут смотри, как четко меня камни перекрыли. Всего 4 преграды на карте, и 2 из них перекрывают меня. Ну да. Так, а как же мне делать-то? Слушай, ну учитывая мои статы, ну я не знаю твою магию. Вот что еще проблема. Если со статами еще более-менее все понятно, то что делать с магией? Ну, по статам, да. По боевым ты меня в одну калиточку. Да вот, да. То есть, как бы, в ближний бой-то, конечно, мне интереснее выступить. Но нужно понять, что у тебя есть. А ты решил высокоуровневых брать, да? Ну, да, я думаю. Ну, я так вроде, я еще, видишь, пытался по замкам. У меня, типа, 3 некра. Единственное, из башни взял джинов, но, типа, джины славятся своей, как чародеи, могут что-то очень полезное дать. Ну да. Да что ты делаешь, блин? Вернись обратно, куда ты убежал. Так, ну опять же, закрывать. А кто у тебя может? Ну, вот эти вот, да, ребята? Ну, если бы ты не взял юнитов Т7 уровня, мог бы джинов поделить на 3 стека, было бы 3 желания. Думал так. Думаю, армии будет очень мало. Так, а как же мне их закрыть-то всех? Ладно.
Сейчас это, подожди, это, взрыв мозга такой. Пытаюсь понять, как поставить. Блин, а если у тебя какая-нибудь метеорка? Я их так ставлю всех. Ладно, бог с ним. Расставимся от магии. Наверное. Вот так вот, что ли. Эти в любом случае до меня оба долетают. А эти все... Ну, то есть, хоста какая-нибудь оттока, конечно. Так, надо единственное вот это переставить чуток. Вот так хотя бы. Ага. Чтоб вам посики не доставали. Первым раундом. Поехали. Посмотрим сейчас. С какая-нибудь сыпуха, да, им закончили. А я тут расставляюсь, мучаюсь. Я ж играю за замок, в котором нет четвертого уровня, к сожалению. То есть я максимум тебе третьим уровнем что-то могу придумать. А, крепа. А чё, почему крепи нет четвертого? Он же, подожди, там же вроде пятого нет в крепе. Не-не. У них три, как у циты. Точно, да-да. Может, в ходе, конечно, что-то поменяли, а в суде не. Мне единственное, у меня, конечно, сила магии хорошая, но мне монопула нет. Очень проблема в чем. А у тебя монопул есть. Угу. Угу. Решил сам напасть. А что тянуть? Чем мы ответим? У меня с эксперт магией не повезло, к сожалению. У меня одна экспертная, но совсем не та. Блин, быки — это проблема, конечно. Быков больше всего боюсь сейчас здесь. Ни архангела, ни голда. Я боюсь быков. Вот что с быками делать. Так. Ну ладно. Давай пока так. Так, Джим. Кто у нас самый, не знаю, наверное. Неплохо. С учетом того, что я огнем бил, он от воды защитился. Да, в целом очень неплохо, конечно, все это было. Ну ладно. Так. У тебя джинны синие, походу, да? Ну, видимо, два раз такие вещи творят. Так. Да это, скорость анимации поднять. У меня максимальная скорость анимации, но почему-то все очень медленно двигаются. Почему? Может, что-то не то сделал я? Да нет, вроде максимально, прямо очень медленно двигаются юниты. А кто у тебя медленно двигается? Ну вот сейчас Архидевил, наверное, секунды две мне било. Арха. А, может у тебя этот, анимация, файлик. Ну, ты не этот, не через турбосот запускал в лаунчере? Ну, на быстрой анимации. Наверное, через обычный сот, да, наверное, в лаунчере. Там просто экзешку можно выбрать, там их несколько на выбор, и турбосот побыстрее. А то я привык, просто так, такая медленная анимация. Ну да. Так. Ну я еще ничего не кастанул, да? А кастануть надо что? Наверное, так сделаем.
А у тебя тоже огненный шарик? Да, мало того, он у меня еще эксперт. Ну, у меня тоже, не поверишь. Так. Ну, что-то тут пока нету. Ну, теоретически в первый ход я тебе выключил всех стрелков. То есть можешь мне юнитов Т7 только покосить пока. И важно, что палатки нет, хотя бы не подлечишь. Ну вот я сейчас тоже думаю о палатке, думаю, кого она будет лечить у тебя? Или у тебя эксперт? Не, палатка у меня вообще не качанная. Вот я думаю, кого она, у кого меньше всего здоровья, нужно будет лечить. А ну, вот я не знаю, какие там приоритеты у нее. Поэтому я как бы по арху не знаю, есть ли смысл... Ну, в арха я в любом случае уже не смогу вложиться в этом раунде. А вот голда, думаю, забрать можно, попытаться. Так, у меня все по девилу, да, пошли? Прикладываться. Угу. Да, ну он такой серьезный паря, что... Ой, а что-то гасты так мало бьют почему-то. Я что-то думал, что гасты больше ударят. Они прям так мало. Ах ты ж зараза, состарил. Ты посмотри, сколько у голда хп осталось. Да я вижу, это ж из-за состаривания твоего, блин. Сейчас, кстати, палатка, может, палатка интересно, вылечит его или нет? Ну, просто лечение-то вылечивает старость. Здоровье подлечить может, а саму старость не уберет. Это ж как магия получается. Ну, магием лечением же снимает старость, нет разве? Ну, оно у меня ж и самого лечения, по-моему, нету, и вода не качана. Просто я, насколько я помню, старость вроде снимается, ну, снятием заклинаний и лечением, вроде как. Там, не знаю точно. Блин, единственное, под прожиг поставился немножко. Ну, хотя, да. Подожди, это фейк-прожиг получается. Или нет? Тут же не прожечь. Ну да, фейк-прожиг, ты же не прожгешь. Не, я уже прожег. Я имел в виду драконом, конечно, но... Ну да. Ну, дракону все равно хана напоследок хоть рубануть кого-то. Кстати, а кого палатку тебя подлечил-то по итогу? Я так и не понял. Ну, арха вроде нет. То есть, наверное, золотых все-таки лечила. Ну, а у золотых один здоровье так и осталось. А ты после того, наверное, лупанул, после того, как она походила. Так, у тебя седьмая. Ладно, пусть живут, может хотя бы... А, хотят, никого я не отвлеку у тебя на него. Давай, наверное, вот так сделаем. Угу. И... Ну, у тебя молния даже пожестче бьет, чем шарик. Ну да. Так, пока так. Мне, кстати, огненным шариком, мне кажется, полезнее тебе было бы под драконов. Драконов обоих. Не, а мой же шарик не работает на твоих драконов. Я могу только этих привидений лупануть. У тебя защита 1-3 уровень, а шарик 3.
А, да, точно, точно. То есть мне их пинать по-любому. Так, здесь что делать? Здесь, наверное, надо все-таки снимать ответку. Здесь, так. Ага, побежали. Те, кого я боялся больше всего. О, баллист, молодец. Отвлекла. Ну да. Убила отвлечение. Золотого мне Так. потушил. На это wait. Это у нас получается. Так. Раз. А что этими делать? Ну, рыжий дракон. Красный дракон умрет сейчас в next раунде. Арха я никак не добиваю сейчас. Ну, мне кажется, тут уже ГГшечка. Ну, да, потом Тебе надо мясо, было конечно. собрать какие-то, ну, там, средних или низких уровней в кого-то, чтобы побольше здоровья тоже было. Тем Мясо. более. Ну, тут, видишь, все равно в долгую дистанцию, наверное, проиграл, даже если мясо было бы одинаково, потому что монопула банально нет. Просто перестрелял бы рано или поздно магии. На много раундов не потяну Не, я. если бы у тебя мясо было. А, ну у тебя хосты не было, да? Не, хосты нет, да. У Да, без меня есть хоста. воздух основной, но хосты нет. Ну, наверное, чуть ладно, тянуть, наверное, нет смысла, я думаю, так. Это я все равно не убиваю сейчас. Первая скорость стоит все равно у тебя. Давай так, что ли? Я ну, их вообще не пробиваю, несмотря на стат, я все равно их не пробиваю. Не, ну, вот это сейчас приятно был момент, конечно. Он ничего не решит, но был приятный. Арх, видишь, мой дает тебе фору уже, думает, да, мне тут и ходить уже не обязательно. Давайте дальше без меня, говорит. О, у тебя еще и водный шарик есть. А вода есть сама? Так подожди, у меня же защита от ваты на нем. А сколько ты по мне ударил? Слабенько. На Да, 90. молю. 120 написано, подожди. А, противостоит 90 урон. То есть он тебя на 210, а 90 урона сожрало. Ну, видишь, джин кастанул. Ты все равно сейчас горками добиваешь. Шарил, да. Не, я понял, надо просто больше мяса. Я что-то в Т7 упоролся, в Т6, Т7. Ну да. И все. И толку это никакого. А как тут как рукопашку переключить? А тут же в соде только если рядом с тобой кто-то стоит, тогда ты можешь в рукопашку пойти. Я бы хотел просто пойти с руки ударить горгон. Честный бой. Так. Опять состаривание запарил. И Архангел, кстати, опять не ходит. Но корову все-таки я тебя убью. Ну да. Ну да, мяса маловато. Ты юнитов Т7 набрал много. Количество ХП, да, мало очень было. Я понял. Короче, Т7 тут надо брать в основном просто тупо для первой скорости. Ну, если есть такая возможность, какой-нибудь, не знаю, Феникс, если вдруг какой-то, или Архангел. Да, первая скорость плюс может у тебя там два или три одинаковых будет, тогда уже от двух, от трех какой-то смысл будет.